да? Затем, ну, пришло время, наверное, вырасти. Зарегистрировали официальную федерацию, получили какие-то возможности, ну, официальные. И вот сейчас и родилась идея воркаут пронести через всю страну. Кто уже занимается, тех к себе подтягиваем, то есть они обмениваются контактами. Мы их через группу, через дальнейшее общение поднимаем. На местах расставляем инструкторов. Пойдет слух, поднимется мода. Это одна задача наша, вот почему мы едем по всем городам. Вторая задача, мы после себя, как семена, после тура оставим вот этих вот людей, инструкторов на местах. Мы будем снабжать там той же самой магнезией. Ребята во дворах не могут себе позволить купить. Утяжелители, это для них вообще фантастика. Федерация будет решать эти вопросы. Потом, если у него появятся какие-то, скажем так, талантливые ребята, он нам о них сообщит, и мы их будем уже иметь в виду, и, может быть, они попадут в сборную. То есть мы сейчас формируем детскую